И всем привет, с вами Фрост, и мы продолжаем играть в Rise of the Nightmares. Ладно, опции нам не нужны, где продолжить? Продолжить, и да начнется хаос. Кто хочет построить дом бесплатно, из своих стройматериалов, я надеюсь, нам это все-таки удастся. Все-таки игра, надеюсь, нас напугает, а не будет ли они кромсать всех подряд своим топорищем, пока Сталин его не заберет. Чего ты как долго грузишь-то, а? Он нас гипнотизируется и загрузится. Хотя вы, наверное, не видите вот эту гипнозагрузку, которая... Ну, просто там у меня сейчас веб-камера, я полагаю. Я надеюсь, она там. Вы не видите эту загрузку, она меня гипнотизирует. Так, и мы остановились. Нет! Он не сохранил! Ну что ж, вот мы с вами и добрались. Ну, точнее, какие мы с вами. Я доперся до этого места, немножко размялся. Пропотел, употел, или назвать как хотите, ну ладно, мы идем дальше. Именно на этом месте мы остались в прошлый раз, ну, чисто разогревочку. Опа, тихо, друг, трюк, в толчке. О, даже два. Что, есть? Есть что там? Я так не научился им нормально управлять, по крайней мере, в ходьбе. О, тихо, толкание, что там есть? Опа. А, мы не ели. Нет, мы же не будем. Пикап, пикап-масса! Ты что делаешь, да? А, ключик, нормально. Пикап мастер, уважуха. Даже из толчка достанет то, что ему нужно. Ладно, идем. А ты зигуй. И улыбайся. Вот только... О, нас же встречает. Ну, давайте, сейчас мы им... Да тихо, никуда. Развернись. А! Давай, привет, отлеони. Да, смотри, снимай новые ботинки. На тебе. А! И здание отлеони. Давай, вот так. Покажи, как ты пойдешь их убивать. Давай, вот так. Ультра-хардкор! Эй, нас там сложно. Да, попади, нас же так съедят! Бей его! Бей! Да, оп! Оп! Мастер фехтования! Да, опа! Опа! Да я фехтование делал, ты что делаешь? Опа! О, да! Перчатка, походу, да? На! О! Трубокс! Давай, пойдем! Пойдем! Кто-то жаловался, что хочет ультра-прохождение сюжета. Давай попробовать проходить сюжет! Когда на каждом углом хотят треска! И вообще-то вам приходится не мышки ворочать, а тут как бы руками, ногами. Давай, куда мы идем? О, слушай, он так лучше ходит. Да, опа. Да, пикап мастер, давай, лапай его. Вот так вот. Ребятки! Ленин! На тебя Сталина нет! Я... Не-не, ты что делаешь? Идиот, я не хотел идти. Ладно, надеюсь, мы с этого места продолжим. Скример! Второй раз не на это сам вышь. А, ладно. О, мы здесь. Ладно, идем. Надо как-то останавливать. Вроде останавливать, ладно. Иди, я не знаю, как тобой управлять. Ногу поднимаешь, ты спортуешь. Руки поднимаешь, ты идешь вперед все время. Все, стой смирно. Смирно. С тобой я еще потом поговорю, понял? Вот! Не ждай! Не ждай! Давай, не ждай! Не ждай! Перебегай! Убегай! Назад! Назад убегай! Назад! Уходи! Уходи! Да хватит всех бить! Уходи! А как нам перейти, я не знаю. Я же такой слоупочный, что я это не перейду. Зомби! Вы хотите мои мозги? Нет? Совсем купыш, что ли? Иди сюда! Вымой мои ботинок. Хозяин хочет, чтобы ты вылезла в ботинок. Ладно, ждем, сейчас попробуем перебежать. Да, вот там перебежим. Да, побежали вот так бы. Да, беги, Форест! Представь, что ты Форест, представь, что снимаешься в фильме. В краях. Надеюсь, не с нашей башки. Да, мы это сделали. 100 метров пуздали. А ты привод, иди сюда. Гражданчик, да? Давай, мне нравятся эти кастеты, давай. Подходи, давай. Че ты чешешь? Что ты там чешешь? Давай, оп, на тебя. На. Тихо, разворачивайся. Да разворачивайся ты под... Разворачивайся! Он в фокусе. Полегче, по все. Мы уходим.
Мы смотрим. Уу, боксера порубили на мясо. Боксерское мясо, мы пошли. Ребятки, нельзя такое в кинарке делать, я ж не увернусь. Вы че, ай! Вот, мы даже забор не можем обойти. Ладно, ну у нас так лучше получается ходить. И что-то моргает. Ах, черт. Мне кастет, это, по-моему, самая лучшая рукашка, которая была. Он даже нормально с ними ходит. Настолько вдруг не треснет, нет? Ой! На дно, откуда ты пришел, на днище, давай, а? На, давай, а? Че, достал, что ли, а? Давай! Почтальон, письмо тебе принес, тук-тук, открывай! Открывай, картошка, доставка, свежей горячей картошки, на! Все, хватит болевать, пойдем. Время не ждет. Вперед на поиски сюжета. Как вы просили. Максимум сюжета. О, башка. Тут бойца сыграем, нет? О, пасуй. Пасуй. Не будем, ладно. Босс. Нет, не босс. Труп встанет. Нет, не встанет. Так черт, у вас нас много. Бомж, не подпускай бомжа. Бомжа, не подпускай ко мне. Вонючий же. Давай, да ты че тут? Ни шагу назад. Хотя можно. Давай, на картошку. Давай, на. Бочку и на картошку. Давай, оба. Оба. Ну, давай, дай тебе. Да ты ёмок. Полегче. Да ты вперед, иди. Сюда встал, что ли? Ладно. Тихо, не надо плеваться. Да ты подойдешь, нет? Давай. Ушел! Хрен тебе! Ушел! Не буду я с тобой разговаривать. Ушел, говорю тебе! Ушел, доктор! С тобой я поговорю! Проверь, у меня кулаки нормальные? Нормально, я не повредил себе кости, я? Иди сюда, оп! Все нормально! Ну, тихо, доктор, нападает какой-то перерыв! Когда доктор нападает, вы че? Раздевайся, говорит. Не, никакого перерыва не будет. Хотя киноктыгры в новых трех записываю по 5 минут. Потому что дрищи дохнут за 5 минут. Давай. А, тихо, обходим. А, кстати, забыл говорить про то, что рекорд побит-то. 20 тысяч лайков я сегодня смотрел. Прям красавцы. Респект тем, кто поставил лайки. Порадуй прям меня. Огромное эстетическое удовольствие от большого количества лайков. Так, куда нам идти? Ладно. Спросим у экспертов. Так, ковер шикарный, ковер из плитки, да? Я не хочу менять оружие, но я так понимаю, скоро уже сломается. О, выход! А хрен там пел, да? Открой! А ладно, сначала надо прицелиться. Прицел и открывай! Нет? Закрыто. Понятно, хрен нас кто выпустит. Идем. Я так понимаю, в подвал надо будет идти. Там просто крышка подвала, я видел где-то. Полагаю, сейчас нам вот сюда на дно и придется спускаться, куда идут следы крови. Да. О. Давай, оба! Четко спускаем, давай, оба! Всем хит, а? А если найду, а? А мобилка с камерой. О! Боксерский груш! Оба! Нет, не падает. А нет, мы ему обрубили часть тела. А верхний. Ну! Оба! Давай! Не хочет. Не понимает. Сейчас этому трупу можем нижнюю часть отрубить? Ну, смотри. Иди сюда. Да ты не в стену, хватит. Я просил у этого самого тебя, не у Е об стену. Да, оба! Нет! Да ну тебя, ты скучный. Вот, что-то есть. Что-то такое? Че за фигня? Давай посмотрим, что это такое. Что это такое? О-о-о-о-о-о! Ладно, я бы такой бы, чтобы быть, променяю кастеты. Рубятки, сегодня не ваш день. Да идем. О, кассетка. Чисто для... О, еще 7 штук. Вот, да. Время... Понимаете, время гореть. А, кассета. Точно, чуть не... Да, иди. Кассета, стой, да ты... Ты хипстер поганый, возьми кассету. Нового поколения, да стой ты.
Повернись. Вот так вот. Да стой. С богой не будь, а то сейчас... Знаешь, Ленин хорошо, а Брежнев лучше. Как им бы не было хорошо времени. Да иди ты, ё-моё, да хватит, да что как серьёзно, а? Табуретку кривую сделал бы на трех ногах и радуется, а? Ну и на предлагаешь ходить, что ли? Поворачивай, дрифт! Ты так чё, иди! Да не назад, да что ж ты кривайся? А, всё. Зигуй, зигуй. И улыбайся. Зига кинектовская, блин. Ну, хоть время отдышаться. Я понимаю, конечно, что здесь игра так и построена. Сначала ходишь всякой фигней страдаешь, а потом тебе движуху как вваливают, чтобы ты потом обливался. Тихо, что есть, что посмотреть? Опа, опа, тихо, тихо, еще что-то есть взорвать. Давай. Все, будем жарить зомби. Так, надо нажать на красную кнопку. Не-не-не, на красную кнопку, да-да-да. На красную кнопку. О, да, на красную, да. В случае экстренной ситуации нажать. А, это не кнопка. Осталось. Maybe that door upstairs is open now. И беги! Вот, вы чё? Вы чё? Ребятки, взрывай! На! На! О! Да ты будешь убиваться! Нет? Что ли? Убейся! Уйди! Ума! Ёжик! Ёма! Всё, 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 тихо! О, полегче, а тут как? Тихо, ты чё делаешь? Ты делаешь? Знаю я ваши приёмчики с электричеством. Так, тихо, что-то тут есть. Тихо. Вот это что такое? Мне кажется, это что-то интересное. Мне кажется, что это электричество. Да! Нормально, куда идти? Ах ты! Ты чё? Это не твое больше оружие! Все, без вопросов, ушел. Тихо, назад разворачивайся. Откуда они идут? Вот не видно, ладно, черт у вас. Куда идти-то? Не получается, ладно. Тихо, поворачивай. О-о-о-о, нормально. Всегда есть подвал, в котором ждет тебя еще больше жопа. Давай, встану и толкай. Опа. Есть что? Сейчас найдем. Опа, есть что? Ловушка. Не-не-не, мы уходим. Уходим. Вы издеваетесь, ловушки. Ловушки, значит. Эй, придурок. Смотри-ка, что у меня здесь. О. Для тебя у меня... О, тихо, не трогай меня. Для тебя есть вот это. Да, тихо. Ой, ты что, проблемы, что ли? А? Проблемы? Сейчас найдем-то проблемы и решим их быстро. Тихо, не иди назад. Что ты делаешь? Не иди назад, придурок. Конченый вообще. Что ты делаешь? Развернись. Меня он бесит своими дурацким управлением. Ой, скример, как страшно. Время хлебнуть не омывайки. Омывайки. Подожди, чувак, я не готов. Ты... А, чтоб тебя. Все, пошел, быстрее, нет времени объяснять. Пошел, ушел. Рули. Не туда. Сюда. Рули, не сюда. Ушел. Ушел, я не буду с вами разговаривать. Вы кто такие? Вы вонючие зомби. Я с такими не разговариваю. Ушел. Тихо, блок идем. Вот так вот, как меня учил Александр Невский. Только вот так вот, только хардкор. Проблемы, что ли? Серьезные проблемы? Вот так вот. Так и проходится ультра-хардкор. Давай, опа! Ушел. Опа, бензопила. Вот так. Ты будешь на шипах. Тихо, главное, чтобы не мы. Так, ребятки. Быстрее, тихо, хочу бензопилу взять. Ах, черт, иди сюда. Давай. Что, проблема, что ли? Опа. Бензопила. Ну ладно, с тобой садил. Я вообще без башки хоть пиздец, что ли? Умри, все, правильно понял. Все, носи голову. Носи голову! Ну, иди, хватит, иди назад. Бензопила. О, да. Иди к папочке, да. Давай, да, проблема, что ли, давай мясо. Тихо. Фу, да, мы это сделали. Ё-моё,
Что там можно было стырить? Коммунизм, коммунизм. Только хардкорный коммунизм. Фу. Вращай, право, влево, да. Таганка. Уу. Под с рыжего окна. Потный рыжий. Опа! Что тут? Проблема? О, давай, давай, не бей. Где звуки? Давай, вот, давай. А что звук с опозданием? Не, на записи я еще только рублю, а здесь я уже зарубил. Ладно, пофиг, лезем. Где семки? Куда мы попали, да? Так. Ну басы, тихо, они могут ходить по этой хрени. Ага, оптик! Вот же! Тихо, что ты делаешь? Беги! Беги, черт побери, беги! Да беги ты! Руби! Беги! Руби хардкор, ё-моё, тут у тебя пила есть! Давай, да! Еще есть желающий! Да, лучше так пойдем. Нет, больно, нет! Не больно. Все, разворачиваемся. Нам пофиг, что под нами куча электричества. У нас резиновый ступай. Иди давай. Папа, тихо, тихо, стоп. Бежим! А, тихо. Нет, стой. Бежим! Да беги ты быстрее, сейчас там булки подрежут. Обрезанный будет мать, блин. Черт, моя спила. Что-то как немножко не состыковочка. Каким образом так порезало, что задняя часть упала назад, а передняя вперед? С учетом, что летел сверху резак. Чё-то вы мне здесь это врёте, мягко говоря. Тихо, моменту. Да нет, ну почему с этого места-то? Так, мы снова вернулись. Вот как мне это пройти? Она не падает, нифига. Зомби, точно, зомби. Сейчас получит зомби, давай. Иди сюда. Нет? Не-не-не, идут красавцы, тихо, держим строй. Ну идите сюда, засали что ли, я не знаю, как еще пройти. Кстати говоря, игрушка немножко, по крайней мере, запись отстает от того, что сейчас у меня на мониторе. Я не знаю, с чем это связано. Вроде раньше такого не замечал. Да вы издеваетесь, как мне пройти? А если чуть-чуть? Нет? Как мне это пройти? Не работает. Потому что я не хочу опять это заново проходить. Зомби, иди сюда. Зомби, иди к папочке, смотри, у меня есть пила. Смотри, какая хорошая пила. Бесплатно, даром отдам. Ну, или просто заряду бесплатно. Давай, иди сюда, бесплатный башмак. Что мне с тобой делать? Что мне здесь делать? Я не понимаю, я уже заманался. Я не хочу еще раз до сюда ходить. Давай, ну. А, сядем, посидим, что ли. О, нормально. О, коленочки, оп. Я не буду бить. Я не знаю, бежать он не умеет бегать. И не скажи, как ускоряться, он может только ходить. Посмотри вверх, я не знаю. Не знаю, вспомню Кинэкспорт. Давай. Тум! Тум, там, там, да, низкий старт. А беги порез! Нормально! Что это было? Я не понял, что это было, но мне понравилось, давай! Тихо, хрен вам всем! И вы меня не убьете, подходи по одному! Че, проблема что ли? Ладно, иди, папочка. Папочка сейчас вас всех забили, давай! Понимаете, я как теща, только с бензопилой. Не пилит ни понарошку, вот так вот, а. Черт, она сейчас сломается. Чего спишь? Работай, малыш, работай, Вася. Ах ты, сволочь, какой козел плюется. Давай, подходи, кому мало. Давай. Если Магомед не идет с колес, скала сама к нему подойдет. И на мясо его порвет, давай. Черт, это не смешно уже. Не смешно, черт, я сейчас убью. Чё проблема? Иди сюда, что ли? Иди сюда, сейчас тебе покажу, кто у кого проблемы. Давай, подходи, давай. Проблемы что ли? Нашел свои проблемы, я не вижу ни черта. Давай, чё? Сколько сейчас пилотов, что можно? Тик-т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 ик. Нет! Я убил его, не хочу опять проходить. Не может быть. Да какого черта опять с этого места? Ну что ж, мы снова вернулись, теперь попробуем повторить то, что мы сделали в первый раз. Я взял другое оружие, потому что бензопила не позволяет ставить блоки, а в данном случае это важно. Умирать на зоне мне больше совершенно не хочется. Да, папочка тебя снова поимела, иди сюда. Давай, подходи сюда, я побольше не пою, иди к черту. Вас там слишком много. А, у меня есть оружие. Да, что за сто, что ли ты в мешке? Давай, иди сюда, на.
Проблема что? Давай, опа, че? Да хватит надо, хоть нас порежут так. Вандам же, иди сюда. Вот, на тебя в ногу плюнули. И мы нефиг таким, как здесь находиться. Че? Давай. На тебя. Нет, давай, да ты огребать, ты огребешь или нет? На, да, все, 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 я буду здесь аккуратно, как можно аккуратнее, чтобы у меня оружие в черту не сломал. Давай, мастер, давай, ну сейчас ударишь. Давай, Бог, есть кто? Нет, нет, тихо, стоим, тихо. Зарежем сонного засранца, понимаешь, сонный это лучше. Ты нифига, сонный, блин, ты че, кусаться будешь ты? Собака бешеная, иди сюда, иди сюда. На, тихо, ты, руби ты его, че он машет на нас? Ты на кого махал, давай, да? Да что ж ты как? Да нифига себе нас там! Пока вон там орут, ты тихо повернись! Да ты что ж ты тупой-то какой? Что за придурка мне дали в управление? Да стой ты! Ты повернешься, мать или нет? Давай, да, натих! На, все, меня уже бесит, игра мне не будет перерыв! Тупое управление, бесит меня уже! Иди сюда, плеваться мастерши, нате! Еще будешь плеваться? Да ты издеваешься, что ли? Что это было? Я звуков вообще не слышу, поэтому реакции на звуки у меня не было никакой. Уж звуки у меня с опозданием где-то на минуту. Я надеюсь, эта серия не испортит. Но во всяком случае, мне будет тяжело подгонять потом веб-камеру. Под звук это будет стрёмно. Ладно, доходим до чекпоинта и за... Чё ты? Тихо, не думай даже! Давай, иди сюда. Вот так-то жрать в Макдаке. На, тебе... Да хватит чесаться, иди сюда. Я сейчас тебе объясню, что нельзя есть Макдак. Иди сюда, это вредно. Такими же станет. Вот так вот. Все. Мы наконец-то выбрались из этого подземелья. Не знаю уж, мы срезали эту штушу или нет. Еще раз треснем пай, на тебе. Не весело здесь больше, давай влази. И что же там сейчас будет? Да там ни черта не будет. Вот я только что ударил. Я уже поднялся по лестнице, а там есть штука, бью эту тушу. Конечно, нас здесь встречают радушные гости. Давай, че? Не ожидал, что ты... Не ожидал. Нежданчик-то. Руби, давай, руби. Да ты что ж ты так накусаешь-то? Давай. Проблема, что... На. Тут вообще ему нет ничего святого. Даже нога моя до него не святая. Что такое? Это хорош. За... Я забыл меня пить. Че, проблема, что ли? Давай, иди сюда. Ну. Ну, руби. Да руби, ты не понимаешь моих действий. У нас нет с тобой общего языка. Все, все, тихо, нам нужно взять новое оружие. Это сейчас сломается, чё ты, бабушка. Да возьми ты пофиг на плевуна. Придурок, никогда не надо поворачиваться. А когда надо, он, вот он что делает? Вот что он делает? Давай, плюй. Плюй, давай. Давай, чё у тебя, проблема с пищеварением, что ли, вылезли? Да. Да давай, нарезать ему вот так вот. Ты еще и не плеваться только будешь, да? Ты еще и драться умеешь, оказывается. Все. Нет, ладно, надеюсь, покажите мне анимацию, пожалуйста. Я думаю, все хотят посмотреть анимацию. С Лениным, со Сталином. Давай, да. А, анимацию? Я еще только открыл дверь. Странно, не знаю, как я это буду подгонять. О, какой гипноз. Какой гипноз. Пофиг, полистаем, что-то пишут. Ничего важного не пишут. Желтая пресса. Хотя, возможно, здесь пишут какую-то обучалку, чтобы лишний раз не махать руками. Это все, а где анимация? Анимации не будет? Опа, что-то есть там. Что-то есть и выпить. В самый раз сейчас что-нибудь попить. Желательно воды, желательно холодно. Ладно, на этом мы заканчиваем. Вопрос... Подписывайтесь, ставьте лайки, меня это очень порадует, особенно под кинектовски, ведь это записывать гораздо труднее, чем обычные. Плюс их из русских почти никто не записывает, особенно эту игрушку. Ну ладно, всем удачи и всем пока!